Всем привет, друзья, подписчики, с вами Крэш Паша. Сегодня мы с вами будем играть в Акинатор. Если кто не знает, что такое Акинатор, это игра, которая... Ну, точнее, это не игра, это чувак, который знает абсолютно всех. Он знает любых персонажей, любых блогеров, любых видеозвезд, там, кинозвезд и так далее. Президентов там, все подряд. Вот, я хочу узнать, знает ли он Гренни? Постараемся с этим Акинатором найти нашу Гренни, нашу любимую бабушку-вонючку. В общем, как-то так. Я эту идею придумал, мне кажется, самый первый, поэтому ролик будет, мне кажется, вам интересным, потому что вы это вряд ли видели где-то. С вас можно поставить лайк, потому что Гренни, по-моему, никто не искал. А вы напишите коммент, хотите ли, чтобы я еще кого-то поискал. Итак, ваш персонаж существовал в реальности. Нет, но существовал. Ваш персонаж плохой, ну, знаете, то, что она воняет постоянно, пердит, это плохо, поэтому я только поэтому говорю, что она плохая, плохая бабка. Отлично. Ваш персонаж девушка, ну, возможно, частично. Этот персонаж играет роль... Блин, это сильно легко. Ну, четвертый вопрос. Ну, ты плохой джин. Ваш персонаж носит с собой биту? Возможно, частично. Как это частично? Кусок биты носит? Да. Этот Гренни. Блин. Я прав. Да, Кинатор, ты угадал очень быстро. Очень быстро он угадал Гренни. Давайте тогда поищем Крэша. Крэша поищем, то есть меня. Ну, потому что Гренни сильно быстро нашли, это как-то... Ну, как-то легко, как-то да. Смотри, персонаж уже был отыгран 104 849 раз. Последний раз его искали сегодня в 15 часов дня. Ну, то есть где-то 2 часа назад. Где-то так. Это по Москве, я не знаю. Давайте играть снова. Этот персонаж играет роль бабушки? Ах ты засранец. Сразу. Нет, не играет. Хотя, ваше имеет отношение к Балде? Нет. Нет, не робот. Не женского пола. Неплохой. Ну, я же хороший, ребят. Вы же любите. Я же ваш батька. Защищаешь ваш от Гренни. Хожу на двух ногах. С Майнкрафтом я связан. Ваш персонаж человек. О, ну, знаете, это комплимент, как бы. Я человек. Человечешка. Ваш персонаж реален? Ну, я как бы реальный человек, ребят. Кто не верит, можете на мою страничку ВК зайти и посмотреть. Есть ли у вашего персонажа дети? Нету. Знает вас? Ну, скорее, возможно, частично, я себя знаю. Ваш персонаж из вашей семьи? Ну, тоже частично. Ваш персонаж это вы? Да. Вы живете в Москве? Нет. Ваш персонаж и вы похожи внешне? Я говорю, это я. Он что, дебил вообще или что? Похоже внешне? Ну да, похоже. Я сам. Боже, я хочу... Юн себя... Не, я хочу, чтобы он нашел у меня Крэша. Короче, играть снова. Ваш персонаж в реальности, да? Знает вас? Нет, не знает. Нет, не женщина. Был благодаря компьютерным играм знаменит? Да. Не Майнкрафт. Не CSGO. Не Винди. Нет бороды у меня. Больше миллиона подписчиков? Нет, у меня 270 тысяч. На ютубе есть я. GTA я не снимаю. Скрываю лицо. Нет, я не снимаю, можете ролики с лицом посмотреть. Или в ВК найти. У вашего персонажа есть любимая женщина? Только Гренни. Ну, правильно ответить нет. В игре Descartes X. Что это такое? Не знаю, нет. Ваш персонаж ходит в школу? Ну, как бы, только если школьниц подцеплять там. Ваш персонаж любит материться, нецензурно выражаться. Ребят, ну я не знаю. Нет, наверное. Говорю по-русски. Да, я говорю по-русски. Больше 100 тысяч подписчиков? Да. Фифу не снимаю. В Roblox не снимаю. Clash Royale? Ну, снимал раньше. Носит кепку? Нет. Детей нету. Снимает ли ваш персонаж игры Supercell? Ну, снимал. Имеет... Персонаж снимает видео с братом? Да. Бай Крэш! Благодаря брату меня узнали? Серьезно? Офигеть. Ну, правда, Крэш пишется через K, а не через C. Но ты прав. Ну, фотка говняная. В общем, ребятки, мы угадали сегодня себя. Бай Крэша, то есть меня. То есть два раза себя угадал. И Гренни. Это было классно. В общем, если вам понравилось, поставьте лайк. Ролик такой коротенький, но прикольный. Мы бабку нашли очень быстро. Можете сами найти Акинатор в Гугле, зайти сюда и поискать тоже бабку или кого хотите. Ну, а также подпишите, чтобы другие ролики не пропустить. Напишите коммент, лайк поставьте. Ну и всем говорю пока-пока.